Через несколько лет эти молодые саженцы, которые мы высадили в этом году, окрепнут и возьмут в росте 3-4 метра высоту. По палящим солнцем им расти здесь сложно, но хороший полив придает им силы. Лесник Кобжас Артемиров территорию зеленого пояса Шымкента, превышающую 5000 гектаров, знает как свои 5 пальцев. Ежедневно Кобжасар обходит сотни деревьев, а их здесь насчитывается 4 195 500 саженцев. Особое внимание лесник уделяет свежевысаженному молодняку. Главное для молодых саженцев – это хороший своевременный полив. У нас такая возможность есть. На территории зеленой зоны имеются 8 скважин с водными резервуарами. При ежедневном обходе видно, куда необходимо осуществить подачу воды. С начала года сотрудники государственного коммунального предприятия «Зеленый пояс» высадили 889 тысяч молодых саженцев карагача. Сегодня специалисты готовы подвести итоги весенней посадки. 95-97% приживаемости молодняка – наилучший показатель за все время существования зеленой зоны Шымкента. В связи с этим руководство ГКП строит грандиозные планы на грядущий год. Сейчас мы планируем увеличить зеленую зону на 3000 гектаров. Если все пойдет по плану, то работы по высадке молодняка мы готовы начать осенью нынешнего года. В результате обильных дождей специалисты наблюдают и бурный рост плодовых саженцев, высаженных здесь еще 2 года назад. На территории государственного общественного сада растут яблони, груши, урюк и персик. В ближайшие 2-3 года каждый житель Шымкента сможет собрать и попробовать на вкус фрукты, выращенные в этом саду. Бахрум Абдуллаев, Бауржан Жусипов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».